В рамках недели моды в Париже состоялся показ новой коллекции бренда Айези, основанного 42-летним Канье Уэстом, Канье Вест. Во время шоу на сцене выступила 6-летняя дочь музыканта Норт. Девочка дебютировала на сцене, исполнив трек «What I Do». 5-летняя певица Заза. Норт держалась уверенно, несмотря на большое количество людей. Малышка собрала овации. Однако родители Заза не разделили мнение восхищенной публики. Они написали публичное обращение, в котором попросили уважать творчество их дочери и упоминать первоисточник. «Наша девочка прошла удивительный путь к своей цели создавать музыку, которую она хотела показать миру. Мы гордимся ею и хотим, чтобы ее уважали. Нам нравится, что Ким и ее дочь вдохновляются творчеством нашей малышки. Мы не злимся, но очень просим уважительно относиться к использованию авторских песен. Мы не хотим, чтобы наша дочь чувствовала себя ущемленной», — написали родители юной звезды. Ким моментально отреагировала на пост. Она извинилась перед всей семьей Зейза. Кардашьян заверила, она сама не знала, что Норт собиралась спеть именно этот трек. По словам инстадивы, малышка в последний момент оповестила ее и Канье. «Мы очень любим Зейза Норт, ее большая поклонница. Для нас стало сюрпризом то, что она исполнила ее песню. Мне жаль, что так получилось, я не хотела вас обидеть», не упоминая автора. «Надеюсь, что наши девочки подружатся», — прокомментировала пост Кардашьян. Родители 5-летней исполнительницы приняли извинения. Им также понравилась идея записать совместный трек за Зай Норт. Причем они готовы сделать это в самом ближайшем будущем. Пользователи оценили уважительное поведение обеих сторон конфликта. Многие фанаты выразили желание увидеть совместное выступление малышек. «Вот как разговаривают взрослые, молодцы, корректно решили вопрос, класс. Ждем трек. Из казуса получилась дружба. Круто так держать», — написали фолловеры. На показе Канье Уэста на подиум вышла Олеся Кафельникова. Ким Кардашьян в полупрозрачном наряде показала фигуру и вызвала гнев пользователей. Звезда уже примерила образ, который только-только показали на подиуме.